Ну а перед началом просмотра я бы хотел пригласить свой обнов... подходишь, и ее как бы особо незаметно, когда мы бежим. Тоже достаточно прикольно. Также здесь есть Sparky, вот такая вот 3D-модель Sparky, отличный достаточно рендер. Как вы можете заметить, Sparky сейчас у нас с полным зарядом. В Sparky можно садиться, ездить как в какой-то машине и стрелять непосредственно огромными лучами молнии. И этими лучами разрушать все на своем пути. Пока что рендеров, конечно же, мало, потому что разработка игры только началась, и я вам показывал уже примерные скриншоты, как это может выглядеть, а теперь действительно геймплей, то есть как это будет выглядеть и как это будет реализовано. Мне кажется, Clash Royale на ПК это очень востребованная штука, потому что Supercell занимается разработкой Clash Royale, естественно, на телефоны, а этот чувак занимается разработкой Clash Royale на ПК. И это будет очень интересно, я, наверное, буду первым, кто купит эту игру, кто ее скачает и кто в нее будет играть, потому что она действительно просто нереально крутая. В принципе, ребят, на этом все, с вами был Драгунов, надеюсь, ролик вам понравится, подпишитесь на канал, поставьте лайк, всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока!